Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре новая игра под названием Stickman Disc Golf Battle. Это, ребята, новая игра про Stickman'а, где мы сегодня будем, ребята, пускать, в принципе, диск. Наша задача, в принципе, запустить диск так, чтобы он прилетел, в принципе, в корзину. Но сейчас я играю без интернета, можно здесь зайти с интернетом и поиграть уже как бы PvP-бои с другими игроками. Я также прошел тренировку, где мне объяснили, что нужно сделать. Я уже более-менее подробно понял, что надо, так что давайте нажму офлайн тренировка, и вместе с вами мы немножечко, в принципе, поиграем и попытаемся все-таки без проблем, так сказать, закинуть этот диск в корзину. Вот так это, ребята, все выглядит. Графика, в принципе, прикольная для такой игры. Так что давайте нажмем продолжить. И вот, ребята, наш Stickman, которого мы можем также настроить по-разному, как мы хотим, в принципе. Давайте выберем этого Рока. Нажимаем на старт, и все. Вот, ребята, мы... Получается, так, и вот, ребята, красный след, так сказать, это показывается, где находится эта корзина, куда мы, в принципе, должны уже метать. Здесь мы можем также, в принципе, управлять, так, и дальше здесь вид камеры вот такой вот. Потом, получается, можем сделать чуть-чуть так повыше и чуть-чуть, в принципе, пониже. Ну что, давайте сейчас мы попробуем заметнуть прям туда вон, чуть-чуть дальше, блин. Не так я сделал, как в принципе надо, но сейчас, я думаю, мы повторим это, потому что мы все-таки находимся в тренировке, где мы можем просто-напросто без проблем, без каких-либо ограничений тренироваться. Так, я попробую сейчас, конечно, через эту башенку так прокинуть, но это не точно, конечно, но давайте попробуем. Во, получилось, так, отлично. Теперь нам нужно еще. Здесь нам показывают, типа, расстояние, типа, насколько упало, либо сколько осталось, ребята, насчет этого я точно еще... Не помню, ну что, давайте. Есть, отлично, отлично, отлично летит. Угу, еще чуть-чуть, в принципе, осталось. И вон та, ребята, самая корзина, в которой, ребята, должен оказаться наш диск. Так, давайте попробуем, ребята, отсюда попасть. Это не точно, конечно, но, в принципе, все возможно. Так, блин, чуть-чуть в бок взял, да. Не-не-не-не, не улетай, не улетай, есть. Если она, ребята, улетит туда, за пределы этого мира, то мы все проиграли, в принципе. Блин, а то здесь нам уже будет мешать дерево. Капец, давайте уже здесь вот так в бок сделаем немножечко, а потом уже оттуда мы попробуем все-таки закинуть уже в корзину. Так, 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 ну давай быстрее, быстрее. Вот, ребята, эта корзина, мы уже совсем близко, и сейчас мы все-таки попробуем без проблем закинуть, ну-ка, ну-ка. Да, ребята, да-да-да, мы, в принципе, выполнили наше как бы задание, мы закинули диск в эту корзину с 6 раз. Довольно-таки, в принципе, много, но все равно. И поэтому, вот, в принципе, здесь добавили также, в принципе, онлайн, так сказать, бои, где вы можете с другими игроками соревноваться, кто быстрее, за какое там, в принципе, время закинет этот диск в эту, в принципе, корзину. В общем, интересная игрушка, ссылка в описании. Также, пожалуйста, не забудьте поставить лайки, подписаться на канал. Ну, на этом все, всем спасибо за просмотр, до скорой встречи, пока!